Nossa. Кого-то я не хочу вступать, и пойду в остальное. У меня уже достаточно таких предметов. Так. Веселочка, врка. Какой у тебя ник, врка? Роллинс, врк. Здесь я. Ник, врк. Никитос Роллинс. Так. Монах, ты врк. Ириальди. Ириальди, ты верка? Да. Это трэп-машина? Да. Так, сейчас я. Кейси Юра, это кто? Понял. Так, Микава. Микава, ты тут? Конечно. А кто кем ты в рейде? Локом. Так, Explosion еще не зашел. Армагеддонс 409, это Explosion? Да. Так, ну все, ждем до того, пока сейчас АФК придет. Изабелла, ты что-то бафал? Нет, по роллу. Тут же ж никому не надо больше осколки. Ну давай тогда, веселочка, раздавай каски, я кресты забыла. Кулаки. Обновляйте бафы, если кто-то из людей в рейде падает. Так, напишите верка, на кого вы ролите, на какой спек. Ник и спек, на кого вы ролите. Одна шмотка, один токен, пуха слича за весь рейд. Там за АФК, на трэше без предупреждения, за слаки, за еще какую-то фигню будет минус кролл или анролл или кикс рейда. Там по ситуации, в зависимости. Забыла, дай кулак ДК. Так, БДК у нас Поклонский, на него напуливаем кружок. Да, это все одна шмотка. Да, Рус по команде. Так, смотрите, у нас тут 4 хила, ДЦРДРУ не знаю, как хилят. И слабенький рестер шаман. Сейчас посмотрим, что с этого выйдет. Ладно, чек на АФК, на бафы. Изабелла, поставь ауру сосредоточенности. Веселочка протопал, слышишь? На вихре. Когда он начнется, ты отбежишь вправо от ПДК, будешь там стоять, чтобы босс на тебя пошел, и срайд будет стоять просто в центре и избивать шипы. ПДК в это время тоже в другую сторону пойдет, и ребро во время вихря будет от ПДК от протопала идти. Мелики, стоим, просто бьем шипы в центре, чтобы не напрягать хилов. Так, все готовы. Что там, макрос на пул пошел. Гимн на хп по команде. И сакру тоже по команде. Давайте рост. Убегайте сложно, напрягайте хилов.
Давайте сливаем шипы сейчас. Так, на ханте шип, РДД, помогайте слить шип сзади. Еще одни шипы. Играем все в шипы. Все в шипы сыграли. Сейчас будет вихрь, протопал. Смотри. Отбегай уже, выбегай. Рейд, стоим возле звезды. У звезды стоим и ждем просто, когда босс кастует шипы, мы их будем сливать. Ничего не делаем. Играйте сейчас в шипы. Шипы в центре будут. Все в шипы сыграли, отбегайте от луж. Лужа в центре, отойдите от лужи. Альпич, давай гимна отхил, давай сакру. Протопал сакру, давай. Альфари, встанешь сам? Еще одни шипы сейчас будут. После вихра встанешь. Сыграли все в шипы. Все в шипы сыграли. Шипик, давай гимна отхил, играем шипы. Шип с хила. Шаманы, вставайте, бейте босса. Девчанский, ты встанешь? Давайте, ставьте это тема на ману. Лилия, погибим на ману. Подбегайте, служ, бейте, добивайте уже ребро. Отбегайте, служи. Шипы кастует босс. Играем все в шипы. Отбежали, служи, бейте босса. Так, Таргариен, спекайся в танка, поможешь трэш побить. Идите все на трэш, я раздам лут. Осколок кому-то надо? Ну так пароль, наверное, если тебе надо. Так, это надо кому-то, хлам на паладина. Мели кольцо на ДД с меткостью. Ботинки кожаные. Кот рога. На ОВ кому-то надо. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепым. Рога, тебе на мейн ботинки надо? Да, в принципе, не обязательно, если кому-то нужнее. Ну это да, это на ум же, да? Игру. У тебя какие ботинки? Просто Explosion ролит на сову. Да у меня такие же, просто как бы у Роги такая тенденция. Одни камни на АП стоят, а вторые на АРП. Хотел второй набор, так что мне не так, так уж и нужно. Сейчас будет самый сложный босс после профа Ильича, поэтому слушайте внимательно, что я говорю. Если босс кидает в кого-то контроль, а это три человека, мы стопаем АУЕ дамаг, не бьем, пытаемся контролить. Присты кидаем фир, лок тоже фир, маги овцу, реки тоже фир, если откадешился скилл. Чё там еще, паладины станы. До контроля, это желательно за 7 секунд, мы сливаем глань жертвенности паладины, слышите? Веселочка Изабелла с пула сливаем глань жертвенности, потому что если леди кинет вас контроль, вы завязаете капли на леди и умрете. То же самое сова, звездопад до пула за 8 секунд. Лучше с первой секунды боя, как мы начнем бить босса. Так, что там еще? Веселочка справа, танчишь трэш, 2 БДК слева, Поклонский, Таргариен слева. Начнется вторая фаза, первый напул на Поклонского, Поклонский наберет 5 стаков, сразу переключаем напул на Таргариена. Потом... Так, Explosion, совы, маги, если инхил не справляется, диспелит проклятие, вы помогаете. Мелики слева бьют трэш, справа РДД. Если какая-то сторона плохо справляется с трэшем, помогаете. Если мы не будем сливать трэш, это вайп.
Поставьте кто-то рыбу, есть кого-то рыба? Так, что еще я не сказал? Вроде все. Контрольте приоритет миликов. Рогу. Пурика. А, да. Давайте так. Рейд, снимайте все. Ну, молитву, защита темной магии, снимайте все. И там еще с пула паладины. О, не паладины, ДК прижимайте в лес, чтобы вас потом легче было контролить. Давайте чек на пух. Все сливаем трэш сначала. На второй фазе выходят духи, мы пробегаем 5 метров, стопаем дамаг, просто отбегаем от духов. Так, погнали. Слева милики, справа РДД. Смотрим трэш. Так, вышел трэш, давайте все в трэш. Палы слили, капли, совы, звездопады. Сыграли все в трэш. С центра моба хватка притяните. Давайте, слева 3 моба, сейчас будет контроль. Готовимся контролить людей. 5 секунд. Справа помогите трэш залить. Смотрим контроль. Сконтролили людей. Застанил квадрат, остальное законтрольте. Никакого ауе дамага. Помогайте диспелить ход и следи, присты, маги. Служи, выходим. Так, вышел трэш. Давайте, все в трэш. Погнали бить трэш. Во время трэша будет контроль. Внимательно следим за своим ауе дамагом и контролем людей. Контролим людей сейчас. Проклятие с диспелем. 1 секунда до контроля. Контрольте людей. Квадрат, законтрольте хил. Никакого ауе дамага. Подбиваем леди до 2 лямов, диспельте с леди ходку. Не, она диспелится. Стопайте по леди, будем ждать третий трэш. Стоп по леди, никто не бьет леди. Все в трэш. Как начнется вторая фаза, выйдет один пак трэша, тоже будем его заливать. Все в трэш сыграли, сейчас будет контроль. 5 секунд. Контролим. Никакого ауе дамага. 1 секунда до контроля. Расконтролили людей. Луну застанил, остальное контрольте. Давайте переводим леди на пул на Поклонского. Переведется фаза, выйдет трэш, все в трэш сыграли, протопал, лови трэш. Все в трэш сыграли, следи внимательно за духами и за своим ауе дамагом и контролем. Все в трэш сыграли. Паладины капли обновляем, совы, звездопады. Трэш помогайте сливать. Вышли духи, отбежали от духов. Пробежали от духов все. Не хлопайте, блять, духов. Это будет вайп. Контролим сейчас людей. Отбежали служи. Расконтролили людей сейчас. Отбежали опять от духов. Раздали контроли. Никакого ауе дамага. Отбежали от духов. Так, продолжаем дальше бить леди. Опять вышел трэш, все сыграли в трэш, все отбежали от духов. Пал, подведи поближе трэш, ну, очень много времени теряем, когда мы идем за трэш. Так, опять духи вышли, смотрите, отбежали от духов. Бегаем от духов сейчас. Контроль 5 секунд, стопаем ауе дамаг, расконтроливаем людей. Служи выходим. Опять вышли духи, отбежали от духов. Контролили людей, застанил квадрат, контрольте остальное. Следи диспельте, следи диспельте магию. Ривна, встанешь? Отбежали от духов, сыграли в трэш. Отбежали от духов, сыграли в трэш. Ставь ТТ приливы, Ривны. Альпиш, 2 гимна ману. Выбежали служи. Опять духи, смотрим, отбежали. Applebox, подними шурупца. Смотрим контроль сейчас будет. Никакого ауе дамага. Там я раскачивался. Бафы по вару, по шаману. Расконтролили людей. К
Квадрат в контроль. Диспел следи рост. Бля, двух шаманов взяла в контроль и Геру дали. Альфари, давай рост. Отбежали от духов и... Короче, не бейте трэш, добивайте леди. Пробежали от духов. Выбежали с лужи. Все, поднимайте людей, идите сразу на следующий этаж. Шляпа на танка. Таргарин, ты на БДК рулишь? Он все равно поклон выиграл. Да, рулит на БДК выше ППР. Чантеры есть в рейде? Буду скидывать хлам, не нужно, будешь пылить. Квест не делаем, да? Не делаем. Смиритель небес уже... Идем сразу на корабли. Быстрее на борт молота... Тебе надо этот рок шестой пати? Поспешите, то еще сможете его нагнать. Эльфария, тебе надо, кстати, колье? Колье Слана тебе надо? Понял. Ты второй ППР. Так, давайте, сейчас идем на корабль, все берем ранцы. Занимайте пушки. Нет, не падали. Время, деньги, ты... Я запускаю. Ну так, дайте каску повару, пристава в лапу. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом. Шаману дайте бафы. Каску. Ну все. Каску еще раз дай, протопал. Да, я все бафы. Не знаю, Ривен, у тебя есть каска? Что-то не показывает. Дай еще раз по шаманам каску. Все есть. Да, да, уже. Два клинка упало. РДД бейте пока оружейников. Великий трэш на нашем корабле. Все, забили на трэш на нашем корабле, сейчас будет маг. ДК, перелетай. ДК прилетает в клон. Да, где поклонский? ДК танчит вообще? Огонь. Да, с таким роллом. РК же написали об этом.
Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Давайте последний маг. Не, я специально рогу брал для стана на лече и для бафа. Давайте быстрее добивайте, там 3 секунды до мага. Дайте фул баф по магу, запускайте сразу с рука, пока разрубил лут. В общем, если мы вайпнемся на сурке из-за трэша, я посмотрю, кто не бил трэш и анролом весь лут на следующем квартале или ГП. Посмотрим по ситуации. Так что бейте, пожалуйста, трэш. Кольцо на хила РДД. Мили плащ на счеты на хила топ 3 не на Иршаму Пучанский. Здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? А имя короля Лича? Прочитать это заклинание. Трэш 5 секунд. Я пока не могу читать это заклинание. Веселитесь, слуги мои. Надо ждать. Земля обогрится вашей кровью. Это заклинание еще не готово. Thank you.
Давайте рост. Трэш 5 секунд. Люди с метками не бьют трэш. Давайте трэш. Ромбик добить луну. Еще один трэш будет. Вызывайте стадо ДК. Что КД было. Мы похороним тебя, как подобает, в награде. Пояс на хила. Предками. Зритель. Давайте пойдем сейчас на кровь, потом синдра, а потом уже чунг. Какой вообще ДПС? Кто-то может показать? 287. Ладно, если все будут станить вальки нормально и сливать их, то можно начать убивать с первого трая. Так если бы Гера был у вас пула, там бы ДПС был выше на 1015 сразу спокойно. А, ну да, кстати. Мать мага, идем на кровь. Гарин, спекайся в танка, поможешь трэш побить. Маги принц льда, паладин огнев небес. Бьем метку.
Так, давайте сначала справа трэш, надо сейчас менточки поставить, поконтролить. Так, альпич, контроль, звездочку. Кружок. Будет хил. Не остальное по контролю. Будем бить лича. Сейчас, подожди. Будем контролить. Да, иди. Вытягивайте по одному моба. Кальпишь звездочка, потом забыла, кинешь на кружок покаяния, только когда добьем. Не агрите следующий трэш. Дымите переста. Так, звездочка Альпич, вот квадрат. От Изабелла покаяние на кружок кинешь. Идите кидайте. Расконтроливайте игроков. Да, так себе законтролил. Давайте в этот в квадрат играем, это тактик. Альсульда, дали маги. Дайте стадо, кто не вызывал. Все мобы без контроля. Играйте в кружок звезду. Забыл, ты тут? Ты пока я не накинул. Так, давайте заново все бафаем. Так на баф. Паладин, что ты будешь танчить? Хорошо. Тогда Талдорама напуливаем на протопала. Чего не хватает? Так, кресты, помогайте Ханту за кинетикой следить. На первом вихре веселочка дашь Сакуру. Если что, по команде Гимнатхил. Кеншин готов. Пошли. Думали, что одолели нас. Дистанцию сразу все набираем. Кулак кто дает? Кто дайте кулак? Теперь наши силы едины.
Басадар был досадным недоразумением. Сила сферы. Давайте рост. Ты власть забыл сменить? Разбежались, вихрь. Не двигайтесь, пока вас не захилят. По-моему, они напулили, либо ты огромный держишь, я не знаю. Подымал шурупца сейчас. Давайте, разбежались от босса, набрали рейндж вихрь. РТД бейте килля. Милики, отойдите от двух боссов, стойте просто, ничего не делайте. Пускай он убивает игру. Ем Талдорама. РДД, отошли от Талдорама на максимальное расстояние и отбегайте от шарика. Вот шарик сейчас, видите, движется, надо отбегать от него. Джордин. Ланар. Дистанцию набрали, все, вихрь скоро будет. Сакра откадешилась. Давай, Сакура, выбежали на рейндж все. Была вообще Сакура, кто-то видит? Мне он не показывает просто. Была. Рани Таргариена ресните и спекнись танка, помоги трэш побить. Ладно, не убийсывай тело пока на время. Мичанский. Друид, надо тебе? Маятель. Забыла, что у тебя за шмотка? Пушка какая стоит? Все, понял. Бейте тактиков, контрольте всех остальных. Маги, кольцо льда. Кольцо льда дали и отбежали сразу. Покидали на всех бомбы, пальцы на всех шипы, бейте тактиков. Пакость. Давай массовое рассеивание по рейду, чтобы этот дебаф снять.
еще раз массовое рассеивание. Знание тьмы на паладине. Так, давайте бафать вара, ДК, пристабав лапу. Заново все раздали. Еще пристабав обновите. Шаманы, вы распределили щит земли на танков? Чек на пул. Хилы в центре стоят, РДД сбоку. Альпич, кинешь антифир, на кого скажу, да ты, наверное, сам шаришь. На взлетке протопал, прожмешь сакру и скажу, кому дать гимн на ХП. Вот, монах, вот хил, первый гимн дадите на взлетке. Следующий по команде. Кто первый дает? Монах, Войт Хилл, я скажу, когда дать гимн на Хилл. Как на пул. Нет. Так, все готовы. Пошел макрос на пул. Это было. Так, буду ставить метку, кого кусать. Вы его кусаете. Сайте, чтобы мы быстрее босса убили. Вот это плохо, Таргариен. Что это такое? Ты опять стойку не ту прожал? Нет, я с кровью сейчас бил. И в прошлый раз с кровью бил. Я не знаю, что это такое. Передашь вкус ШП. Монах, выбегай с рейда с меткой. Хорошенько хильти протопало. Певчанский шедумор сбежались. Альпича кусай. Метка. Звезда. Геншин метка. Подбегай. Кеншину 8 секунд до укуса. Ксай звезду. Эксплозион, Изабелла, Лилия. Ну Лайн, метка, побегай. Кусите потом звездочку. Звездочку и кружок. Монах, Герси сбежались. Так, сейчас будет метка и взлетка. На Вериальде киньте антифир. Вериальде, череп. Быстрее кидайте эфир. Взлетка сейчас будет. Все набираем дистанции. Возле хилов никто не стоит. Кусайте звездочку, кружок. Стали все на рейндж. Прожми сакру, протопал. Монах, воет, спойте гимн на отхил.
Поближе к боссу теперь встали. Роллинс, Лилия, Печанский сбежали быстрее. Лилия, выбегай с меткой. Дали теперь рост. Монах, Кеншин, Далайн сбежались. Трупец выйди с меткой. Кусайте сейчас заново людей. Престов, магов. Поднимайте, эксплозион, поднимай Лилию. Дистанцию-то наберите. Сейчас будет взлетка еще одна. Надо добить босса вообще-то. Делайн, Мона, Герсин. Аплбокс, выбегай с меткой. Сейчас будет вторая взлетка, нужно дожить, выжить. Сакры нет. Так. Лилия, Шипик, Лилия, Альпич. Стали на рейндж, спели гимн от хил. Ну ладно, уже не надо. Идем все на синдру. Я тебе передам, случайно себе забрал. Эрдру, надо тебе это? Коли прист, кто собирает? На офф. На офф нужно. Печенька. Простой токен, покоритель. Не то. Так, у кого есть хилы на синдру? Надо 6 хилов. Вот еще хилоспек есть. Умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью... О, пошли, Битрэш. Не, не надо, Шурипес, не заходи. Так, РДД кружок, по-моему. Мелики, звездочку. Вроде так. Так, кружок РДД, ой, нет, кружок Мелики, наоборот, а РДД, ту бабу справа. Так, она поменялись, о, это очень плохо. РДД, бейте еще звездочку. Добивайте кружок. Вышли с кружка. Там АОЕ дамаг идет, хилы не захилят. Добейте РДД звездочку. Ой, точнее кружок. А у меня дамага не будет. Мелики, побейте пока трэш рядом. Снимитесь с меня еще одного моба. Танки, снимите кружок с меня. Так, миленький, не идем пока. РДД бьем звезду.
звездочку. Танки вперед. БДД сыграли все звездой, милики ничего не делаем, стоим. Так, смотрите, я сейчас вытяну звездочку. Не переагривайте ее с меня. Слышите? Милики, можете бить звезду. Не убьет. Так. Давайте, все звездочку сыграли. РДД. Милики, не подходите, там три моба вихрем убьют. Так, милики, играйте в звездочку. Все, пошли добивать остальной трэш. Альфа, спекайся в хила, монах, спекайся в ДЦ. Кто еще может хила спекнуться? Коуху или прист есть? Давай вот хил спек. Если рыба кого-то есть, то отрегенить ману надо. Так, Explosion пакостин, не, Explosion монах на рейде, 3 рестер шамана, Void хил пакость, хилим вальку, в порталы заходим, хилим вальку. Ориентир звезда. На пул. Так, все готовы, танки погнали. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и кого-то этическая приправа, чтобы уменьшать босса. Забирайте порталы. Слева две штуки не занятых. Уходимся за звездочкой. Шаман, зачем ты впереди нас бегаешь, воруешь порталы?
Давление сбивайте. Так, давайте Рос захиливаем Вальку. Альпич, выделяй Вальку и Дим на отхил. Уже отдал. Монах, выделяй Вальку, Дим на отхил. Лилия тоже Дим на отхил. Пояс. Ну ДД надо. Изабеллочка, тебе же надо пояс, что ты не ролишь. Жипец, тебе надо пояс? Бивисовый с этого. А, да, для тебя бисовый, для ретрика нет. Ой, забыла, передай этому шурупцу пояс. Жал, надо кому-то. Поставьте шкаф, присмоньте меня. Ставлю каждый сам за себя, стрэша падает колье, которое стоит 10 тысяч. Что за колье? Есть? А. Это ты про Водина говоришь? Да, я трэш в этой мобу, получай деньги. 4,5 нахуй. Даже так. Все, мне отойти надо. Приду к Синдре, наверное. Бейте трэш пока. Делайн с пуль мобов там возле Синдре, который стоит. Тоже его бейте.
Есть конты, напуливайте на танках. Второго не агри. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Войду в хиле.